На дорогах Московской области за минувшие месяцы текущего года зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В Ленинском районе в отношении детского травматизма пока наблюдается стабильная ситуация. Но ДТП, в которых пострадали взрослые, стало больше. Чтобы в очередной раз напомнить пешеходам и водителям об аккуратности на дорогах и соблюдении правил дорожного движения, инспекторы ДПС вышли на улицы города Видное для проведения рейда «Пешеход». Подробности далее. С начала года в Ленинском районе зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 5 из них произошло не по вине водителей. Сейчас штраф за несоблюдение ПДД для автолюбителей составляет 1500 рублей, когда для пешеходов всего 500, и проследить за их нарушениями сложнее. Но если автомобилистов еще как-то удалось приучить пропускать людей на дороге, то с пешеходами ситуация обстоит сложнее. Чувствуя свою безнаказанность, они часто пренебрегают пешеходными переходами. Штраф предусмотрен. Почему? Что вас заставляет? Ведь это опасно. Но они здесь останавливаются до заезда. И но, стоят. Но все-таки нельзя ведь этого делать. Короче, иди к вам. Рейд «Пешеход», организованный сотрудниками ГАИ, направлен на профилактику безопасного поведения пешеходов на проезжей части, а также на водителей, которые не соблюдают скоростной режим и не пропускают людей. Одной из точек проведения рейда стал перекресток по улице Советская у здания АТС. За время, пока наша съемочная бригада находилась здесь, десятки людей нарушили правила перехода дороги. Несмотря на то, что переход регулируется светофором, люди предпочитают не замечать его. Когда вот переходит, и я пошла следом. Да спешу на работу, вот и сейчас отвлекся еще минут на 5. Опоздаю ведь. Исправитесь? Конечно. Все мы везде торопимся, оно и не мудрено, жизнь такая. Но порой, сделав необдуманный шаг, ступив на проезжую часть в неположенном месте, можно навсегда ее лишиться. В их руках жизнь и здоровье. Поэтому для того, чтобы быть здоровым и счастливым, нужно уважать закон дороги. Сегодня я пешеход, через 2 минуты я водитель, через 5 минут я пассажир. Поэтому вот все обязанности наших участников дорожного движения нужно соблюдать. Будем надеяться, что подобные рейды положительно скажутся на поведении пешеходов и водителей. Тогда сознательных людей станет больше. По крайней мере, труды полицейских не остались напрасными. Вот водители, да, штрафуют, водители злятся, а пешеходы? Пешеходы ведь... В принципе, как хотят, так и делают. Ведь это неправильно, как вы считаете? Хорошо, пока не пропустила светофор, перейду. Спасибо. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.